Кинотеатр «Искра» с момента начала специальной военной операции стал центром сбора гуманитарной помощи и пунктом по созданию маскировочных сетей. Учащиеся Видновского художественно-технического лицея перенимают технику плетения у рукодельниц Центра социального обслуживания «Домодедовский». Берем ленту вот так вот, да? Завязываем здесь на этом узелочке, два раза завязываем, как я тебе говорила, да? Вот здесь вот. Главное завязать два раза, чтобы она не развязалась вообще, чтобы она была очень тугая. С самого утра ученики трудились над созданием тактических носилок, маскировочных сетей и костюмов. Пока на одну сеть ребятам требуется около часа. О том, как проходит работа юных помощников, узнал глава Ленинского округа Станислав Катаров. Как команда работает? Я смотрю, прям оперативно. Они помогают плести индивидуальную маскировку. Это костюм Лешего. Один из костюмов Лешего – работа рук четвероклассника Эдварда Шаркози. Он отмечает, что техника плетения более сложная, чем в маскировочных сетях. Однако именно трудоемкость работы привлекла ученика. Леши – это, в общем, такой костюм с капюшоном для солдат, чтобы их, в общем, нашли. Это идет все к нашим солдатам. Спасло очень много жизней солдатов и спасает до сих пор. Четвертый А-класс Видновского художественно-технического лицея не только освоил плетение сетей, но и собрал бойцам посылку с гуманитарной помощью. Это посылка от нашего класса «Гуманитарная помощь для солдат». В нее входят шоколадки, письма, рисунки бойцам. Учащиеся и трудовой коллектив ВХТЛ регулярно оказывают поддержку бойцам и жителям Луганской и Донецкой республик. Мы держим напрямую связь и ежедневно, по вечерам определенная группа детей приходят и помогают нашим волонтерам. Наши ученики, они понимают, для чего они это делают, кому нужна эта помощь. Конечно, первоначальная задача – это дух патриотизма, ну плюс и моторика, и умение работать логически, это и навыки, и техника плетения. Волонтерский пункт в кинотеатре «Искра» стал местом объединения общих усилий для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.